Всем привет, друзья! И я давно не появлялась, потому что стояла такая жара, что у меня даже слов не было. Не было сил говорить. И вот, наконец-то, несколько дней, нет, со вчерашнего дня, чуть-чуть жара спала. Было около 40 градусов, сейчас днем 32, 34, в Тель-Авиве 30. Ну, решила с вами поговорить. У нас произошло такое событие, спецоперация «Рассвет» была у нас, она продолжалась 50 часов. Это самая по времени маленькая операция, которая, военная операция, которую я, будучи живя в Израиле с 1993 года, я таких коротких операций не помню. Значит, аналитики, специалисты говорят о том, что это была очень эффективная операция, потому что, во-первых, из мирных жителей никто не пострадал. 95% ракет было сбито благодаря нашему железному куполу, нашей защитной системе противоракетной. И что еще хочу сказать? Но там, конечно, были жертвы. Почему так эта операция продолжалась так мало? Потому что, во-первых, эту операцию вела не организация «Хамас», а другая «Джихад». Эта организация только отвечает за военные действия. Потом, значит, за 50 часов было сбито 95% ракет всех. Конечно, они были не в том количестве, в каком это было в том году, когда операция продолжалась, если я не путаю, около месяца, и пострадало, конечно, больше намного. Потому что, во-первых, почему больше пострадало? Потому что сам выпуск ракет он был намного чаще, чем в этот раз. Чем это объяснить? Наверное, у них запасы меньше, запасов меньше производить стали ракет. Этого я точно не знаю. В основном все запуски ракет были направлены по направлению. Больше всего пострадал Ашкелон, Ашдод. Ну, конечно, Сдерот, потому что он это город, который находится ближе к Газе. Вот. И в Ашкелон упало две ракеты, одна в какой-то двор, никто не пострадал. В Сдероте ракета разнесла дом. И по Бершеве было выпущено какое-то количество ракет. Сколько я живу в Араде, у нас никогда, то есть до нас ракеты никогда не долетали. Конечно, Арад расположен в 40 минутах езды от Бершевы, но это уже такое расстояние, где не долетают. До Бершевы, да, часто ракеты долетали, падали за все эти годы, сколько вот было этих спецопераций. Цели спецоперации достигнуты, уничтожены их главные, этой организации «Джихад» двое, потом уничтожены вот эти склады с этими ракетами, и сколько это еще, каждые несколько лет эти спецоперации продолжаются, опять начинаются. И, значит, если это маленькая спецоперация, то, соответственно, она нанесет меньше результатов. Значит, раз в несколько лет более длинная операция, которая затягивается на месяц, а вот раз в год такие вот маленькие операции, которые продолжаются, ну, сколько, 50 часов, несколько дней, с конца пятницы по вечер воскресенья.